Ксения Бородина уже несколько месяцев состоит в новых отношениях. С виду ведущая очень счастлива. Так ли это на самом деле и что с ней сейчас происходит? Начало романа ведущей Николая Сердюкова было омрачено грязными сплетнями. Помимо того, что они оба участвовали в шоу «Последний герой», где Ксения была ведущей, а ее возлюбленный участником, людям не давали покоя прошлое отношение звездного красавца. Ведь Николай жил с подругой Бородиной. Разумеется, парочку осудили за аморальность. Но Ксения, которая долгое время после развода с Курбаном Омаровым предпочитала почти ничего не говорить о личной жизни, в отношениях с Сердюковым всем открыто дает отпор. Опровергая слова хейтеров и излишне заботливых поклонников, Бородина активно публикует в соцсетях их с Николаем фото и рассказывает про совместное с любимым времяпровождение. Так, недавно парочка слушала Минаева. Снимая на камеру возлюбленного, Ксения отметила, что ее избранник – человек дзен, который никогда не паникует. И следом Бородина опубликовала свой снимок, на котором телезвезду просто не узнать. «И я постарела от испуга», – подписала кадр Ксения. На фотографии Бородина действительно выглядит лет на 80. Ее кожа настолько сморщилась из-за специальных фильтров, что в сети кто-то в шутку сравнил звезду с курагой. И неудивительно, что свежее фото Ксении, подправленное редактором, вызвало шок. Морщины, пигментные пятна и огромный нос пока что совсем не вяжутся с внешностью 41-летней знаменитости. Надо сказать, что старые поклонники, годами следящие за личной жизнью Ксении, сейчас не могут за нее нарадоваться. Впервые за очень долгое время Бородина действительно выглядит счастливой. Хотя в сети ей по-прежнему то и дело пытаются испортить настроение. К примеру, недавно в очередной раз телеведущую спросили, не Альфонс ли ее новый избранник.